утомительного перелета в Дубае Ольга успела выспаться и решила сходить в бассейн. Уже по традиции и этот поход не обошелся без ее инстаграм-сторис. Так в инстаграм сразу же появилось несколько видео, на которых она позирует, загорая на солнце. На одном из них Бузова показала свои ноги, которые и стали причиной нападок хейтеров. Ольга попала под шквал критики из-за шерстяных ног. Фанаты заметили, что линия эпиляции заканчивается чуть выше колена. На солнце длинные волосики хорошо видны, и это стало причиной немалого числа насмешек и издевок.